Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелис Сысоева, я оперная и концертная певица и хранитель традиции старой итальянской вокальной школы по линии Мелоки и Дель Монако. Сегодня тема разговора «Русское Бельканто». Как только я думаю над этим словосочетанием, в моей голове появляется единственное имя, как первое. Это имя композитора Михаила Ивановича Глинки. И я думаю сразу же об опере «Руслан и Людмила». Гениально, сложно, красиво. Сейчас очень понятно мне, что Глинка, конечно, обладал сам прекрасной технической вокальной школой, потому что такое произведение написать для всех голосов разнообразно, продуманно и сложно, это нужно знать каждый тип голоса отдельно. Вот назовите мне еще какое-нибудь произведение других композиторов, кто мог бы так полно в русской музыке показать все партии, все вот арии такие вот во всех партиях опер, оперы какой-то еще. Я думаю, что «Руслан и Людмила» — это такая богатая опера, где все персонажи проявляются технологически и технически в самом, скажем, высоком смысле этого слова. Должны быть большие профессионалы. Там должна быть кантиленная, колоратура, тесситура, петь удобно, очень много октав. Я говорю сейчас несколько слов об партии Людмилы. Каватина Людмилы, самая известная, да, из этой оперы. Что является проявлением бельканто с точки зрения сочинения композитором? Я считаю, это октава, это колоратуры разного проявления технологического, это распределение обязательно в арии различного темпа, разных частей по темпу обязательно тоже. Как бы это кабалета, но в то же время внутри самой первой части тоже много и агогики, и в то же время сложностей. Например, да? Грустно! Да, теплое к отцу обращение. Гениально. Когда я учила эту каватину, я много часов провела в процессе познания, обучения. Безумно красивая музыка. Потрясающее, да, произведение, в котором Людмила проявляет себя как серьезная большая героиня. Назовите, пожалуйста, мне еще какое-нибудь произведение, или попытайтесь поискать, какое может действительно в стиле бельканто можно сравнить с оперой Руслана и Людмилы. По-моему, даже мне сейчас в голову не приходит. Может быть, вы мне поможете, и мы вместе разберем что-нибудь интересное. Всего доброго!